красивом городе должен быть красивый роддом. Год назад Сергей Сергеев поручил ответственным чиновникам отремонтировать родильный дом в Анапе. Тогда внешний вид медучреждения находился в плачевном состоянии. Облицовочная плитка облетела с фасада, а ведь здание, где рождаются дети, должно вызывать только положительные эмоции. Ну, я не спрашиваю про самую дешевую, я говорю про самую красивую. Сколько стоит? Самая красивая порядка 16. Это полностью по периметру? Да. Все. Значит, плюс цоколь, отливы, отмостка, они все это тоже внедряют. Ага. Ну, давайте будем заниматься. И заниматься начали. На выделенные средства строители ремонтируют фасад четырехэтажного здания роддома. Также приведут в порядок вентиляционную систему и заменят два старых лифта. Заниматься ремонтом родильного дома выпала честь компании «Альфа-Стройкубань». Из-за погодных условий на время работы приостановлены. Но как только на улице станет теплее, начнутся вновь в усиленном режиме. На протяжении последних лет анапчане неоднократно обращали внимание власти на внешнее и внутреннее состояние роддома Анапы. Оценить результаты реконструкции можно будет уже к концу 2014 года. Алина Гумерова, Максим Лагоша, Анапа регион.